Второзаконие, 17 глава. Откройте вместе со мною, пожалуйста. И мы читаем только один стих. «Не приноси в жертву Господу твоему Богу крупный или мелкий скот с изъяном, с каким бы то ни было недостатком, ибо для Господа Бога твоего это мерзость». Слышали такое русское выражение? «На тебе, Боже, что мне негоже». «На тебе, потому что мне оно негоже». Короче говоря, это есть мерзость перед Господом. Мерзость. Мерзость. Что такое жертвы сегодня в формате Нового Завета, которые, вот здесь говорится о пожертвовании, давай Господу лучшее, но что Бог от нас просит? Я приведу несколько мест Писаний из Нового Завета. Это Евреям, 13 глава, с 15 по 16 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, это плод уст, прославляющих имя Его, и не забывайте также благодарения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу». Здесь названы три вида жертв. Первая – жертва уст хвалы. Если мы говорим по-нормальному, это прославлять Господа. Примерно то же самое, что мы делаем на шаббат, прославляя. То же самое, что в ортодоксальной еврейской синагоге это литургия. Или в католической церкви, или неважно в какой, или это пение, прославление Господа. Некоторые думают, что когда мы приносим такие жертвы, наш Господь, они делают его в кавычках «похожим», на какого-нибудь Ваала или Мардука, которому заколают жертву, и кровь плещется по его ногам, и он такой: «Ах, как будто ты в джакузи зашел». На самом деле, когда мы превозносим Господа Бога, это не значит, что Он тщеславный Бог и ищет от нас хвалы, но когда мы, и это мицва, знаете, что такое мицва? Это повеление, когда мы начинаем благодарность Господу выражать нашими устами. То есть некоторые говорят: «А я в голове прославляю Господа». Это супер, что у тебя мозги такие. Но Писания говорят про уста. Мы прежде всего открываем наше сердце от ожесточения и от неверия. И мы чувствуем, как когда мы прославляем Его, что-то с нами происходит. И я думаю, здесь многие бы могли сказать «Амен» на такое слово. Две других жертвы – благотворение и общительности – это примерно вот что. Благотворение – это когда мы видим нуждающегося человека, а такие тоже есть, и можем ему сделать такой спонтанный подарок. В иврите есть параллельное слово «цдака». То есть просто подошли и благословили. Увидели, что тот человек немножко хромает. Пошли и благословили. Я надеюсь, что в общине у нас эта вещь развивается. По крайней мере, мы с лидерским составом постоянно пытаемся наблюдать за людьми и подбрасывать тем, кто в нужде, хотя бы чего-то благословить. Но очень важно это делать на нашем ровном уровне. Потому что в таком случае наши сердца благотворят, милосердствуют и наполняются взамен благодатью. Это как стакан, который нужно опорожнять, чтобы наливалась в него новая свежая вода, чтобы болота не было. А жертва общительности, можно по-разному это все истолковать, но это поддержка, вот, служения. Там, где есть общительность, там, где есть общение. И я последнее время опять-таки стал видеть в интернете, как люди стали хаять: «Какие десятины? Да пошли они вон эти все служителя!» Вы знаете, что нормально. Кто не хочет, не надо. Не-не, кто не хочет, не надо. Хаять только не надо. Хаять не надо. Уже были ситуации в жизни и Израиля, и разных стран. Вы знаете, есть целые страны, где деноминационно принимали решение не собирать пожертвования и десятины. Это были постановления церковные,
Этих деноминаций сегодня или не существует, и тотально неверующие страны, без всяких моральных принципов, с приростом населения 0,7%, то есть в этих странах размножаются только собаки и коты. И они существуют только за счет эмиграции из некоторых жарких стран. Но всякое место, где почитается жертва на служение, обычно благословляемого, и вы можете мне сказать, ты руководитель общины, и тебе важно, чтобы это двигалось, вы знаете, что я отвечу вам словами Малахии. Испытайте Бога, если хотите. Можете не верить мне. А он говорит очень четко. Принесите десятины пожертвования в дом мой и испытайте меня сим. Или не принесите и испытайте его сим.